Итак, значит, снова всем привет. Снова с вами ваш веселый дед. Сегодня мы играем на сервере Arizona Scottsdale. Как я говорил вчера, во вчерашнем своем, значит, летсплее. Я потерял свой дом. Так. Я сел в поезд, по-моему. Моя мечта сбылась, я сейчас поеду на поезде. Интересно, а как можно тут сменить вид или нельзя? А как выйти? А если я захочу выйти, допустим, во время движения поезда? Ну, сейчас, конечно, нельзя выходить. Что мне делать в туннеле? Ребята, абсолютно спонтанно, вот просто увидел поезд и решил сесть в него, покататься. Просто покататься. Куда едете? Тут со мной общается еще. Не знаю, куда я еду. Не знаю. Куда-то еду. А куда мы едем? Дайте сейчас посмотреть по карте. Мы поехали в ту сторону, где Лас-Вентурас. Понятно. Мда, Андрей злой со мной едет. Интересно, ну да, тут машинистам нельзя. Значит, вот едем мы. Ну, я, наверное, тоже. И я тогда. И я. Говорит, он едет в Лос-Сантос. Я, наверное, тоже поеду сейчас в Лос-Сантос. В общем, пока мы едем тут на поезде. Отличная, между прочим, анимация идет, когда едет поезд. Я когда проходил по сюжету GTA на 100%, GTA San Andreas. На поезде, кстати, тут, чтобы набрать проценты нужные для прохождения на 100%, надо проехать два круга по всему штату за машиниста. Вот. И мне всегда нравилась вот именно эта анимация. Вот. А еду я, наверное, все-таки... Поеду я тоже в Лос-Сантос. Дело в том, что мне тут парнишка один... Парень, извини, забыл как... Ну, у меня очень много, значит, сообщений идет в ВКонтакте, я все не запоминаю ваши ники. Он мне посоветовал, значит, уволиться таксистом, а попробовать поработать механиком, но устроиться механиком, работать на какой-то завод. Тут есть какой-то завод, и там, говорит, очень интересно работать механиком. Так что вот сейчас я попробую это сделать. Сейчас пока едем, все равно. Работа новичков по работе. Ну-ка, важные места выберем. Это мы приехали, это еще не туда. А вот центр занятости Лос-Сантос мне нужен тогда. Сразу отмечу его на карте. И едем, значит, едем. Еду я на поезде. В плацкарте. Или в купе. Не, в общем вагоне. На третьей полке. Шикарный поезд, конечно. Хорошо, что здесь есть поезд на этом сервере. Кстати, не на всех серверах есть поезда. Очень, вот, по крайней мере, как мой личный опыт, поезда встречаются на серверах SAMP очень редко. Может, я ошибаюсь, может, я давно, ну как, не то, что давно, неправильное слово, просто я, может, не играл на каких-нибудь новых серверах. Может, сейчас эта фишка, везде пускать поезда. Но вот там, где я играл, я не помню, чтобы были поезда. Вот. И мне это нравится. Еще бы было, конечно, здорово, если бы можно было... Но я не знаю, правда, как это сделать, чтобы можно было работать машинистом. Наверное, как-то это можно сделать. Андрей злой, что-то все говорит. Агойс Рыбзя. Агойс Рыбзя. Ну да, я на Рыбзя похож. Он, наверное, не в курсе, кто я такой. Вот, едем, здорово. Я, кстати, люблю ездить на поездах в реальной жизни. Особенно ночью спишь, тебя так укачивает хорошо. Вот. Самолетом, конечно, быстро, но на поезде бывает интереснее. Так, какая у нас следующая станция? Следующая станция Шепетовка. Но это не наша станция, это 100%. Хотя здесь стоят такси.
Можно сейчас выйти, взять такси и спокойно поехать, значит, в Лос-Сантос. Не, ладно, я еду на поезде, значит, я еду на поезде. Все качается. Это вот примерно так я сейчас вид был, как будто я снимаю с квадрокоптера. Правда, у меня балансировка лучше на этом. Так, это кто? Садись, парень, поедем вместе. А то мы едем только вдвоем. Не, не сел, не успел. Или сел. Так. Ну, а что, смотрите, направление. ЖД, ЖД, ЖД. Направление здесь одно. По кругу. По кругу штата Сан-Андреас. Проложена железная дорога. И по ней мы едем вот так вот. Вообще-то я собирался поработать таксистом. Вообще у меня была, как бы сказать, две мысли. Или поработать таксистом, потому что мне здесь понравилось работать таксистом. Здесь прикольные такие тачки. Или прислушаться к совету вот этого моего, одного из моих подписчиков. И поработать, значит, механиком. На каком-то там заводе. Ну, вот так получилось, что... И была у меня еще мечта, значит... Ну, не мечта, но мысль проехать как-нибудь на поезде. Ну, так совпало, значит, поезд, и потом... Пойду попробую устроиться, значит, на другую работу. Как мне потом... Ладно, разберемся. Разберемся. Мне ведь еще надо от ЖД вокзала как-то будет добраться до центра занятости. Там, интересно, такси можно будет взять. Ладно, разберусь. Вот. Деньги у меня здесь есть. Это никак у меня... Никак на ЭВЛФРП. Здесь у меня все в порядке с наличкой. Да и там вроде мне не так уж плохо. Ладно, ребята, вот вроде мы подъезжаем. Мы уже въехали в славный город Лос-Сантос. Сейчас будем подъезжать к ЖД вокзалу. По идее, сейчас скоро должен поезд начать сбавлять скорость. И будет станция. Вот. Уже все близко, близко. Вон она. Вижу. Так, а как выйти? Ну, наверное, F. Как и из машины выходишь. Или Enter. Подождем полной остановки. И спокойно выйдем из вагона. Есть остановка. Вышел. Что, повис-то? Все нормально, ребята. Ура! Поезд. Парень тоже вышел. Этот злой. Или не злой. Да, у нас тут было три пассажира. Все нормально. Так, теперь мне надо добраться до центра занятости. Как я это буду делать, пока не знаю. Сейчас что-нибудь будем искать. Вот, значит, вот так вот. О, блин, не в ту сторону побежал. Не в ту сторону дед побежал. Еще и запрыгнул не туда. Куда надо. Сейчас мы возьмем такси, наверное. Если тут есть такси. Вон таксисты есть. Тут даже скутер есть. Только, скорее всего, он нерабочий. Уже кто-то арендует его. Так, а такси? Так. Ну-ка, можно к тебе сесть? Куда? Сейчас меня сразу спросят. Договориться с таксистом. Выбор. Нифига себе, таксист. Ты так настолько в морг довезешь, больше никуда. В центр занятости. Можете меня завести? Отошел. Таксист отошел. Или пришел? Давай, вези. Значит, другой пассажир, который со мной сидел, значит, у этого таксиста вышел. Так что у тебя, парень, один маршрут. Центр занятости. Вот. Я надеюсь, ты тут давно играешь. И знаешь, где он находится. Роман. Роман Карабут меня везет. Роман Карабут меня везет в центр занятости.
Не, это не центр занятости, Роман. Давай дальше. Что-то ты здесь притормозил. Тариф у него 60. 60 чего? Так, нет, не тут. Ты меня куда-то не... А, блин, я забыл. Здесь же на этом. Здесь есть хитрые такси... хитрые таксисты. Может, мне тут пешком добежать? Сейчас посмотрим. Далеко ли... Ой, так тут я рядом нахожусь. Я пешком добегу. Пешком, между прочим, это очень полезно. Во, он у меня еще 300 этих баксов заработал, виртов. За то, что меня чуть-чуть подвез. Ну, ладно, жизнь такая. Побежим пешком. Вот. Сейчас там опять надо будет вводить эту команду, чтобы уволиться с работы. А, кстати, Payday начался. Начался. Прилетел Payday. Нет? Ну да, ладно. Так, ну что, тут немножко осталось добежать. Сейчас я добегу. Добегу. Вот этот дом пробежать, и все там. Там за поворотом. Там за поворотом. Будет то, что нам нужно. Вот он. Центр занятости. Как я потом буду добираться до этого завода? Понятия не имею. Центр занятости. Принять. Так, тут должен где-то бот быть. Смотрите, дайте вспомнить. Вон он, этот бот. Alt. А вот я, допустим, хочу сразу уволиться. Сейчас мне предложат это. Так, механик, третий уровень. Выбрать. Сейчас вот эта команда... Мне так тяжело ее набирать, не знаю почему. Я все боюсь, что она сейчас убежит. Гуиджоп, блин, ну вот язык же сломаешь. Джоп. Блин. Все, уволился, слава богу. Так, механик, выбираем. Да. Так, давайте почитаем. Суть работы заключается в починке и восстановлении состояния авто, а также доставке транспорта в автомастерскую. Для того, чтобы начать свою работу, вам необходимо на станцию техобслуживания. Так это все не то. А вот, работа механик в автозаводе. Вот внизу есть. Можно собирать автомобили для автосалонов. GPS, работа для новичков, автозавод. Понял. Все, вот объяснили, все нормально, деду. Вот именно на этот автозавод меня, значит, парень и говорил, предлагал мне устроиться, говорил, там интересно. Так, значит, давайте сейчас отметим это дело на карте. GPS. Работы для новичков. Это что ли? Нет. Вот, автозавод. Работа для механиков. Чуть не нажал вот этот вот завод. Производственный цех. Автозавод. Работа для механиков. Выбор. Так, смотрим, где он находится. Может, кто-то тоже еще не играл. Так, хоть это покажу. Я... Так, а где он? Ух, он в этом городе. В другом. А как мне туда добраться? Блин. Надо будет как-то добираться. Значит... На автозавод мне надо. Подкиньте, ребят, кто-нибудь деда. Никто деда не подкинет. Вот почему нельзя сразу работать одновременно и таксистом, и механиком на автозаводе? Вот было бы прикольно. Ладно, тут я, наверное, вырежу. Как-нибудь я сейчас попытаюсь добраться до этого автозавода. Вот. Бум. Задавили. Какая прикольная машина ты меня задавила. Вообще жесть. Парень, подкинь меня. Подкиньте меня кто-нибудь. Эх, никто не хочет деда подкинуть. Ну ладно. Пойдем пешком.
давайте такси вызовем. Я ведь... Тут ведь есть служба вызова такси. А давайте это... Что ты тут встал, парень? Альт. Принять. 75 баксов с меня сняли. Сейчас приедет такси. Если, конечно, приедет. О, уже едет. О, как красиво. Вот это сервис, ребята! Хотя, скорее всего, это вот этот парень вызывал. Автозавод. Да, договориться с таксистом, выбор. А это что творится? А почему меня внутри показывает? Такого вот еще не было у меня. Нафиг мне внутри. Ой, жесть какая. Вообще кошмар. А пусть так будет. Все. Автозавод, стойте. Все, уехали. Ладно. А вон там еще такси стоит. Так. Тут что-то. Что-то непонятное происходило. Давай еще раз. Автозавод. Ну, ты повезешь или нет? Поехали. Так, Роман. Опять этот Роман Карабут. Там просит деньги бомж. Куда? Я тебе уже 3 раза сказал. Автозавод. Или не тебе я говорил тогда. Ну вот, вроде дело сдвинулось с мертвой точки. А другому надо аренду, значит, механиков. Жесть, ребята. Ну, ты хоть выбери чего-нибудь, какой-нибудь маршрут, пока у тебя машина не взорвалась. Ну, тебя в баню, я тебя, это, я вызову себе другое такси. Принять. Все. Мне не нравится твое такси, оно хреново покрашено. Пешком, говорит, быстрее дойду. Действительно, таксист какой-то. У него, наверное, машина сломана. Давай, давай, езжай, 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 езжай. Сначала не хочет ехать. Потом вот подъезжай, чтоб я тут... Может, тебе еще раз сказать? Автозавод. Автозавод. Так, только еще там бомжа не хватало, который выкинет нашего... Где это? Вот... Что, где это? А как этот город называется? Надо тогда ему пускать. Я сам не знаю, как называется. В новом городе. Автозавод. ШАС. Взял, увез меня. Еще и от этой. От будки, где можно вызвать такси. Аризона такси. Звоните по номеру 913. Не, блин, тут точно быстрее пешком добежишь. Нет, мне далеко. А, кстати, я, по-моему, у него один остался этот пассажир. Да, тот не выдержал. Так, надо ему подсказать. Если он... Блин, GPS... Я хоть сам-то правильно им подсказываю? То сейчас, может, я тоже что-то не то говорю. GPS, работы для новичков, выбор. Автозавод, вот, 9. Все нормально. Я им все прекрасно подсказал.
Не цех, я тоже сначала подумал цех. Там ниже, под цифрой 9, автозавод. Увидеть, нет? Так, жесть. Так, давайте, я все-таки его добью. GPS. Работы новичков. Автозавод. Не, не туда едет. Эх, куда ты меня везешь? Ты куда меня везешь? Елки-палки, Роман Карабут. Я сделал главную свою ошибку. Я сел к этому таксисту. Надо было мне все-таки сесть к другому таксисту. Вон он где. Это хоть мне сейчас, хоть вплавь к тебе добирайся. От тебя. Ну, блин, ты бы меня хоть куда-нибудь выкинул. Я надеюсь, он сейчас был на паузе и смотрел GPS. Я забил. Я он не знает. Ой-ой-ой, не надо меня в воду. Да, это там. Блин. Сейчас мы добьем его. Едь на пляж. Санта-Мария, по-моему, пляж. Мне уж тут некогда соблюдать эти правила дорожного движения. Да. Сейчас я парню покажу, где это находится. Лос-Сантос, да, Лос-Сантос. Едь на пляж. Там будет дорога на остров. Найдем сейчас, найдем. Лишь бы у тебя машина. Нет, дальше, 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 дальше. Дальше. К колесу обозрения. Дальше, вперед. Вот, а обязательно тебе было здесь ехать? По дороге, что ли, не можешь ехать? По дороге едь. Вот. Вон дорога, видишь уже? Мост там. Ну, надеюсь, теперь найдет. Видите, парни? А, наверное, я ничего не буду вырезать. Дед, скажу... как же это назвать-то ролик? Нет. Дед, экскурсовод, как-то непонятно будет. Ну, слава богу. Ну, давай, разворачивайся. Двигатель заглох. Заводи. Или все. Пипец двигателю. О, боже мой. Я вижу, что заглох. Жесть. Еще 1440 с меня баксов взяли за это. О, боже мой. Что ж мне делать теперь? Здесь-то нет нигде вызвать такси. Вот что значит нет своей машины. Хотя машина... Ну да. У меня нет своего дома здесь. Эх... Может, кто-нибудь поедет в город? Ну да, пешком туда топать, это далеко.
Итак, в общем, ребята, ничего у меня не получилось с тем таксистом. Я вообще растерялся, не знаю, что делать. Пришлось мне выйти из игры, зареспавниться снова. Вот стою я здесь, значит, в Сан-Фиеро. Жду такси, я уже вызвал, если приедет кто-нибудь. Влад принял. Нет. Так он уже другого принял. Заказ. Давайте еще раз вызовем. 58 таксистов получило ваш вызов. Нифига себе таксистов тут сколько. Хоть один, приедьте. Мне не надо 58. Приведите хоть один. Но желательно такой, который знает, где автозавод находится. Да. Похоже, моя идея с этим автозаводом была авантюрной. Кушает парень, кушает. Что, еще раз вызвать? Я так точно тут разорюсь. Вон стоит такси. Баню у вас таксистов. Сам поеду. Ой, да тут еще и горючего полно. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Придется мне, наверное, кое-что повырезать. Фу, все. Я наконец-то на транспорте. У меня еще и горючего 80%. Ну вот теперь уже веселее. Веселее стало, ребята. Осталось мне добраться до города Лос-Сантос. И, значит, на мостик туда. И на остров. Кстати, у меня GPS-то теперь не включен. Да что вы делаете-то? Что вы делаете? Что вы творите? Нон-РПшники, хрена вы. У нас правостороннее движение. Во, парень нормально едет по своей стороне. Никому не мешает. Эти вот прямо специально ехали, чтобы врезаться. Так, что у нас здесь? Что-то на карте отмечено. Ух, ладно, вроде проскочил нормально. Тут механик кого-то ремонтировал. Но я хочу ехать. Я теперь тоже механик. Но я хочу... Мне вот говорили, что там очень интересно работать на заводе. У меня уже скоро... Скоро будет час, как я играю. Конечно, ролик будет поменьше. Плюс кое-что вырезать. Ну, а кому сейчас легко? Так, подождите, а я не понял. У этих скутеров, похоже, горючее не заканчивается. Я как сел, было 80%. Так и сейчас у меня 80%. Но я сейчас точно лишусь своего транспорта. И все будет по новой опять. Нет, фу, слава богу. Пока едем. Надо вырваться с этого города сумасшедшего. Приятной игры, говорит администратор. Спасибо. Так, ну все, вот здесь мы тогда с ним, значит, тормознули, с этим таксистом. Кстати, так вот машина до сих пор здесь и стоит. Все, едем. Так, стоп, едем. Я надеюсь, здесь сейчас мне никто не помешает. Надо мне GPS включить, ребята, подождите. GPS, работает для новичков. Автозавод. Выбор. Все, поехали.
Едем, едем на автозавод. Не, чтоб я еще раз. Хотя, может, мне там понравится на этом автозаводе. Может, я и буду там работать. Парень сказал, очень интересная там работа. Не знаю, что там интересного. И сколько за нее платят. Но попробуем. О, какой мост. Мостище. Все, въезжаем, значит, на остров. Шикарнейший здесь стоят небоскребы. Ой, там лайнер такой красивый стоит. В смысле, пароход. А белый теплоход или пароход. Так, карта здесь не отображается в левом нижнем углу. Ладно, сейчас найдем. Тихо ты. Будем ехать так. По наитию. Вообще, я не думаю, что здесь остров огромный, и что я еще долго буду ехать. Сейчас я, по идее, должен... Должен скоро попасть на место. Вот, скорее всего, сюда надо свернуть. Еще какой-то мост. А, кстати, не такой уж маленький и остров. Фу, прибыл, наконец-то. Жесть. Так, ну ладно. Кто-то тут сигналит. Ну и что дальше? А, вижу. Вижу маркер. Раздевалка для механиков. Ну и что дальше? Ну вот, ага. Ну, переоделся я в механика. Дальше что? Что делать? Куда бежать? Вы успешно начали рабочий день. Help. Давайте help наберем. Потому что я что-то не очень соображаю. Help. О, боже мой. Работа. Ну, это я и так знал. Куда бежать-то? Куда бежать? Где собирать эти самые моторы? Вот. Что-то тут написано. Этап сборки и шлифовки кузова 0,7%. Нет, здесь что-то не то. Тут я куда-то не туда прибежал. Вот, выхлопные трубы в наличии. Используйте Alt. Ага, ну ладно, берем, значит, выхлопную трубу. Взяли. Куда ее нести? С этой трубой буду бегать тут теперь. Ну, допустим, вот к этой штуке, которая потом, значит, будет машина. Машиной. Нет? Так, что-нибудь еще побегаем. Так, здесь что у нас? Двигатели. Берем двигатель. Чтобы взять предмет, нужно положить на место предмет, который вы уже взяли. Ну, это понятно. Не могу же я бегать. Одновременно и с двигателем, и с трубой. Выхлопные трубы. Ничего не пишут. Двигатели. Ладно, побегаем, посмотрим, что здесь вообще есть. Свет. Ясно. Вот это все надо, конечно, взять и куда-то отнести. Куда это отнести? Не знаю, сейчас меня, по-моему, тут пристрелят кто-то. Где собирают машины? Понятия не имею. Здесь что? Краску. Краску можно брать. Зачем ты мне сказал работать механиком, парень?
Зачем я это себе? Между прочим, вот на этих постаментах только здесь и здесь вот такие вот штуки, похожие на машины, есть. Фу, не, ребята, не понравилось мне работать механиком. Не хочу я больше работать механиком. Вот, и скутер у меня стащили. А, ну да, предмет нужно вернуть на полку, а то пришел тут дед, значит, стащил выхлопную трубу. И хочет с ней смотаться. Это называется воровство. Между прочим, вон парень тут стоит. Майк. Он что-то делает, нет? Что-то делает, главное. А я почему не могу делать чего-то? Ладно, ничего я не понял в этой работе механика. Наверное, я тупой. Вот. Тут надо долго разбираться. У меня и так сегодня ролик получился сумасшедший. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, где находится этот автозавод. И еще я знаю, что мне здесь нечего делать. Ну, как говорится, опыт и вещь полезная. Буду теперь знать, как надо было все-таки выбрать мне второй вариант. Что я сегодня задумывал, это, значит, работать за таксиста. Так что в следующем ролике, через день, здесь, я уволюсь с этого механика нафиг. Устроюсь опять таксистом и буду работать таксистом. Вот. И все. Странно, а почему? Если я сейчас механик, а не таксист, а мне приходит чат от таксистов, или это... Ну ладно, бог с ним. Непонятно. Все, ребята, вот такой бестолковый ролик у меня получился. Я не знаю, сейчас буду что вырезать, не буду. Надо, конечно, немножко повырезать. Вот. На этом все. Всем пока. До завтра. Завтра мы играем на Evolve RP. А на сегодня все. Всем пока. До завтра.